Уже 50 лет, как дом стоит внутри музея. Да, вот это большое здание музея построено в 1967 году. А так нашему музею, как образован музей, уже 91 год. Здесь есть вот уголок матери, где висит колыбель, на которой качался Михаил Фрунзе в детстве. Вот она, колыбель. Его любимая игрушка представлена, деревянная лошадка. Он рос резвым, любознательным мальчиком, рано научился читать с 5 лет. В 7 лет пошел в школу, тогда это городское пешпекское училище. Для кыргызского народа мы же гордимся тем, что он наш земляк, и он мало прожил, 40 лет. Он много бы сделал для еще нашей страны.